Что выследовать за своим кумиром буквально на край света. Интересно, что его показательный номер, во всяком случае его название, практически в точь совпадает с номером канадцев Гиллес Пуарье. Звездная ночь, но Тесте Латте, еще и в Италии итальянское трио Иль Воло. Знаете, есть хорошие спортсмены, есть очень хорошие спортсмены, есть талантливые спортсмены, есть гении. Вот он, это все. Он, я не знаю, что может быть лучше. Наверное, он не то что единственный, а он наиболее тонко чувствует все, что происходит. Каждое движение. Здесь можно часами говорить, описывать то, что происходит на ледовой сцене. Но для него это уже это не лед, это не соревнование, это какое-то таинство, это какой-то спектакль. И он главный герой. Здесь нет больше никого рядом, только он. И вот как раз Юдзуру вот ответил лучше всего. Вот это был номер. Он прожил его с первой до последней ноты. И весь зал стоя аплодирует ему.
Потому что нельзя не сопереживать этому. Потому что действительно это было искусство. Это было закончено музыкально. Здесь ничего не было лишнего. Здесь не было ни одного жеста, ради вставленного своего трюка, который ты выучил, и вот теперь его из номера в номер перекладываешь. И это вот этот полет птицы, он был настолько музыкален над льдом, мы полетели вместе с ним. Браво Юдзуру, и, конечно, присоединяюсь к словам Алексея, есть просто чемпионы, а есть гении. Вот мы сейчас видели и так здорово, что мы можем за этим наблюдать. И, кстати, во время его показательного выступления мы здесь все обсуждали, собственно, что мотивировать этого двукратного олимпийского чемпиона.